Друзья, всем привет! Я принцесса. И в руках у меня иголка. Смотрите, какая она острая. Сзади меня находятся шарики. А в шариках находится... А вы сами видите кто. И будете называть, как их зовут. Можете написать в комментариях. Можете сказать вслух. Я вас услышу, потому что я принцесса. Итак, начнем. С какого шарика мы начнем? Здесь есть. Здесь есть. Зеленый, голубой, розовый, желтый и синий. С какого начнем, дети? Давайте начнем с зеленого. Согласен. Давайте. Дети, итак, какой это цвет? Кто знает? Скажите мне, кто знает, какой это цвет? Правильно, зеленый. А по-английски? Green, правильно. Итак, а что же в нем находится? Сейчас мы это и узнаем. А вы, дети, попробуйте отгадать, кто это. Я не ожидала, что будет так сложно. Попросим оператора подвинуть карту. Сейчас я на него напрыгну прям. Чуть не получается. Сейчас попробуем еще. Еще. И так. А так. Вот так. А кого вы видите, друзья? Что же это? Итак. Кто это? Вы должны знать, дети. Мультика Пинки Пай. Ну кто же знает, напишите в комментариях. А мы пойдем к следующему шарику. Ага. Привет, дети. Угадайте, как меня зовут. А это какой шарик, друзья? Какого цвета? Синего, правильно. Ну что, начнем его взрывать? Согласны, дети? Давайте. И попробуй с первого раза. Помогите мне кто-нибудь его лопнуть. Пожалуйста. Итак, дети, я кое-что проверю. Попробую на него сесть. Синя. И прыжок. Классно, получилось. И кто у нас там? Кто это такой? Гляньте на нее, какая она миленькая. Какая она хорошенькая. Кто это рассказывает? А я не знаю, кто я. Это вы мне скажите, дети. Это же вы. Эти шарики? Я не знаю. Напишите комментарий. А я попой. И прыжок. И села. Итак, кто у нас там? Какая красота. Вы только гляньте. Какая она милая. Какая хорошая и желтая, как солнышко. Прям как шарик. Кто ты? Расскажи нам. Что за грозный цвет? Дети! Что это за цвет? Это синий или голубой? Какая разница? Итак, лопаем его! И прыжок! Ой, не получилось! И прыжок! У-ху! Класс! Игрушка, отойди! Вон она ты спряталась где! А, выходи! Давайте спросим, кто это, застесняшка! Ваша задача. Вам задание. Узнать, как меня зовут. Такую прекрасную лошадку, как я, с крылышками. Я умею так. А вы умеете летать? Вот это да, вы видели. Вы видели? Она летает, она с крылышками. Как я хочу летать. Я ж принцесса, должна парить. Я должна летать. Ну ладно, не будем отвлекаться. Следующий шарик. Какой он красивый. Это розовый шарик. Ну что, розовый шарик? Давай разберемся.
это видео, подписывайтесь на канал, DVD и смотрите новые выпуски. Всем пока!